Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Спасибо огромное Рихарду, который присылает нам посылочки. И мы с вами практически через день, через два смотрим что-то интересное, что выкидывают в Европе, в Германии. И вот очередная посылка, Укрпочта, звонок, алло, алло, придите, получите. Я забрал и сейчас пилю вам видосик. Пилю я его ночью, а будете смотреть вечером на следующий день, потому что я сегодня просто уже не успеваю. И, если честно, физически подустал. Так, давайте смотреть, что нам прислал Рихард. Так, что-то новенькое. Так, погнали. Ух ты. Вот так, наверное, блоком беру. Хопа. Раз, два, три, четыре. Пять. Симки, как обычно. Ну и давайте вот эти возьму. Остальное будет у нас на закуску. Вау. Вау, вау, вау. Ух ты, сколько красиво, много новых карт. Е+, Д2, О2. Медион, Е+, Т-Мобайл, Водафон, красочный завал. Так, в хорошем состоянии, не знаю, что с ним. Nokia в белом цвете. Дальше, ух ты, вот это класснючка, ребята, смотрите. Вау, 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 МЦ-60, это очень редкий цвет. А ну сейчас посмотрим. И крепление на месте. Полностью все в оригинале. Так, что у нас, запаролен на кого-нибудь? Неизвестно. Но состояние, конечно, шикардос. Бомба. Дальше. В3. Моторолочка. В серебристом цвете. Заглушечки одной нет. Эта заглушка, не знаю, по-моему, не отсюда. Буду смотреть. Потому что через мои руки столько прошло Моторол, сколько я сделал. Только Богу известно. Так, бомба. Вся посылка крутизна. Далее, это у нас кто? 60-80, ни разу не было в хорошем сохране. У меня где-то один есть в убитишем состоянии. Дальше, 33-10 классик. По-моему, так он называется. А ну. 31-10, я сказал 33-10. 31-10 классик. Оригинал. Так, красавчик. Так, и кто у нас тут? Так, в очень хорошем состоянии моторолка от компании Водафон. Так. Дальше. О, Рихард, огромное спасибо. Я 100 лет хотел снять обзор на такой телефон, но мне ни разу не попадались такие телефоны в хорошем состоянии. То они были залочены, то были убиты дисплеи. Вау, вот это лялька. Дальше. Так, ребята, и 6210, мой любимый телефон, серый, стальной. Made in Germany 6210. Все верно. Но, скорее всего, ее разбирали, потому что пломбочка сорвана, которая говорит то, что телефон разбирали. Или второе, что он просто сдох от старости, вот этот вот, сдох от старости наклейка, и поэтому он развалился. Короче, третьего не дано. Ну что, давайте пробовать включать. Не знаю, что получится с этого рая. Настроение класс. Сейчас я найду аккумуляторы, и мы с вами продолжим. Ну что, ребят, я собрал вроде все аккумуляторные батареи. Теперь осталось взять ковырялочку. И с какого начнем? Давайте, наверное, вот с этого. У меня его не было практически никогда. Не считая, что я 2 раза их получал, и 2 раза они у меня были нерабочие. Так,
как вставляется сим-карта. Ага. Она вставляется... По идее, вот так она должна вставляться, да, ребят? Если я, конечно, правильно ставил. А вот здесь карта памяти. Так, и по идее, здесь маленький аккумулятор вот такой. А ну, хопа. Включаем. Он включился. Ура, ура! Сейчас будем проверять. Под дисплеем пыль, но это не проблема. Разберем, почистим, и будет как новенький. Да, прошивку я не знаю, смогу. Гляньте, коннектор вообще нульцевый. Не загружается, наверное, да? Висит на прошивке. Нет, нормально все вроде. Так. 2005 года. Хо-хо, он увиделся. Ура! Так, что мы делаем первое, как всегда я вас учу. Нажимаем меню. Так, а это у нас контакты, да? Угу. Так, как зайти? Сюда, ага. Я просто ни разу не игрался, поэтому извиняйте, ребята. Так, и ищем настройки, настройки, настройки. Чат, тема, main, various. Так, вот они, по идее, настройки. Дальше, ищем телефон. Дальше. Да, немецкий, турецкий, английский выбираем. Я. Так. Не, не то, что-то нажал. Заново. Вторая попытка. Name. Так, display. И выбираем English. Окей. Я. Все, сейчас телефон перезагрузится. Это что у нас? Выход звука. Петличка. Инфракрасник. Ну что, классненький, мне он нравится. Мне он нравится. Так, на месте, на месте. Приснись, жених, невесте. Так, ну давай, 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 давай. Сейчас, пока он перезагружается, что-то думает, я проверю, работает ли этот телефон. Так, работает, отлично. Так, что, шоу, посмотрим сейчас. Что он, мессенджер? Кто-то нам, наверное, звонил или писал. Да, что он долго раздупляется, но... iPhone 13, да, хорошо, бегу уже за айфоном. Подождите, 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 я хочу iPhone. Так, exit. Так, теперь заново заходим. Теперь option. Нет, неправильно. Опять раз. Теперь option. Grid view. И делаем. О! Отлично. Дальше. Теперь. Что я хотел? Мы заходим у настройки. И делаем. Держивос на заводские настройки. Короче, ладно, ребят, сделаю это потом. Работает. Сейчас позвоню, попробую. Вау. Реально вау. Класс. Так, а теперь что мы с вами посмотрим? А теперь мы делаем трубочку, положили. И смотрим лайфтаймер. 92, 7, 0, 26, 8, 9. Решетка. Так, опять решетка не нажимается. Объясните, почему. Что-то ему... Нет, нажимается. Звездочка, решетка, 92, 7, 0. Надо было сброс на заводские сделать. Говорил себе. Вот он не хочет. Ладно, чувствую, видео затянется. Сейчас я найду все-таки сброс на заводские. Так, не хочет. Но мы же ставим то, что он не хочет. Правильно, ребят?
Я придумал, как его заставить. Так, сеттинг, телефон, call, connection, data, security, call, network, back, дальше. А где же сброс на заводские настройки? Телефон, general, English, Deutschland, welcome. Так вот, оригинал, phone, setting. Раз, два, три, четыре, пять. Окей. Да. Вот. Вот теперь он перезагрузится, и по идее он не должен тупить. Но это по идее. Без идеи все может быть наоборот. Ух ты, я уже 10 минут вожусь с одним телефоном. Вы сейчас скажете, Игорь, некрасиво себя ведешь. Ну, ребят, кому ж легко в этой жизни. Так, ладно, давайте пока он грузится, берем вторую сим-карту. Так, как она у нас загружается? Вот так, по идее, да? Так, раз. И пробуем. Ну, включаем Nokia 225 в белом цвете, но без задней крышки. Состояние довольно хорошее. Вот он сбросился, видите, до своих заводских настроек. Бэк. Отлично. Звоним. О, громкий какой. Так. Все, ребят, работает. А теперь давайте проверим лайфтаймер. 92 70 26 89, решетка. Так, какого года? 14-го. 463 часа. 463 часа наговорили на телефоне. Но он без задней крышки. Ничего страшного. Постараюсь где-то раздобыть в Украине. Конечно, будет нелегко, потому что в хорошем состоянии ничего нет. А если предлагают, то предлагают китятину. Китятину я не люблю. Китятину, китаятину. Смотрите. Ну, лапушка, лапушка. Так, и теперь пробуем. 92 70 26 89. И опять не отбивает решетку. Почему, я не знаю. Может, у него так не проверяется эта штука, но я не знаю, ребят. Это завал. Ладно, давайте проверим название его. Название бьет RM51-2705-06. Ладно, ребят, будем думать, что потом посмотрим лайфтаймер, который стираем, и почитаю в интернете, как можно посмотреть лайфтаймер на данном телефоне. Так, и теперь я уже понял, что симка вот здесь вытягивается вот так. Раз. И оставляйте здесь ногти. Если у вас длинные ногти, то пока ноготь. Вот так вылазит. Верю, что моя симка выглядит очень страшно, но... Ура! Этот работает. И второй телефон тоже работает. Спасибо, Рихард, огромное. Далее проверяем нашего гостя из солнечной Африки. Так, шутки шутками. Это из Германии. Водафон. Вардахон. Компания Моторолка. Пробуем. Водафон, хайо. Здравствуйте. Эрзац паспорт. Понятно. Короче, требуют паспорты. Ладно, попробую зайти на сайт Vodafone и посмотреть, получится или не получится разлучить данную малышку. Но в данный момент с нее звонить нельзя. И это плохо. Дальше. Дальше у нас 3110, запомню. А 3109 у него нет камеры. Это я уже выучил. Есть такая же модель, только вот тут ничего нету, просто пластинка. Значит, там нет камеры у нас. А в этой модели есть камера. Видите, эта симка уже разваливается.
Вот так делают. Немецкую возьми симку, она и в Германии симка. Наши симки это обнять и плакать. Так, включаем. Прошивка у меня на него есть. Попробую прошить. И буду все вот эти перед Новым годом солить не буду, говорю сразу. Бочки закончились. Так, шутки шутками. Опять заходим в меню. Options, меню view, выбираем grid. Так, теперь красивая менюшка, заходим. Выбираем телефонные настройки. Стартап он. Так, а где ж? Сброс на заводские настройки. Так, и ждем. По-моему, там письмо пришло. Ну, бог с ним. Сотрется, ничего не будет страшного. Красиво, да? Тема для сообщения. Restarting phone now. Окей, please. Саутач, вот тут вы мне говорите из подписчиков. Да, я балдею от Саутача. Я тоже от него балдею, если бы он не слазил бы и не портил бы товарный вид и вообще вид телефона. Ну, сделайте вот таким его матовым пластиком. И вот здесь сделайте матовым пластиком. Так, ну чё. Вроде good. Вроде good. Так, и теперь пробуем позвонить. Чё я сюда воткнул? МТС, Водафон. Пробуем. Привет. Водафон Украины. Ура! Зараз можешь постерегать. Ну и пусть постерегается. Все, ребят, работает. Прошивка не помешает ему, конечно. И будет у нас с вами, как он называется, русский язык. Так. Что-то там сфотографировано, непонятно что. Так. Версия его 0721. И смотрим лайфтаймер. 92-70-26-89 решетка. 2009 год. И не понял, лайфтаймера нет. Куда он делся? Я его не трогал. Я только достал при вас. Вы это видели, что сообщения приходят. О чем? Автоматичное лаштование послуг интернет доставлен. Спасибо. Все, ребят. Доставлено, приставлено. Телефон работает. Ага, вверху отключается. Телефон прошьется и будет у него хорошая и долгая жизнь. Кому-то послужит верой и правдой. Эти телефоны неубиваемые, поэтому я за них доволен. Так, ну смотрим 60-80. Ни разу у меня не было, да, таких красавчиков. Тут такие тоненькие клавиши, смотрите. Только под мои пальцы. Так. Ну что, с Богом, поехали. Включился. Но дисплей, скажу, не сильно яркий. У этих дисплей намного лучше по качеству. Так. Guten Morgen, Michi. Окей. Guten так guten. Guten так guten. Ой, боже ты мой, что ж ты такой темный? А что я тебя поставил? Киевстар 477. Окей. Качеля есть, есть. Окей. Никуда мы идти не будем. Отлично. Теперь мы заходим в меню. Выбираем настройки. Дальше выбираем. Display. Light. Что у нас по light? Light on. Light on. Свет включен. Регулировки нету. Display. Дисплей, что wallpaper, CSR, power server, color scheme, так, color scheme, blue, brown, gray, green, orange, pink, red.
Так, выберем этот и выберем дисплей контраст. Ой, боже, фу, как не противно. Окей. Так. А ну. Ну вот как-то так, хоть более-менее светлый. Так, смотрим лайфтаймер. 92, 7, 0, 26, 89, решетка. Так, 2006 год, телефон. И на Говоре на 52.09. Проверяем стираемым. Так, делаем меню грид. И ищем звонки. Вот они. Receive, dial, admission, client, call duration. Смотрим. 52 часа 09 минут. Все звонки. 52.09. А тут я уже забыл. 92, 70, 26, 89. И тут 52.09. Ребят, полностью все оригинальное. Стираемый, не стираемый, полностью оригинальный. Так что, если кому-то понравился данный красавчик, пожалуйста. Как вы видите, телефоны приходят без аккумулятора. Все аккумуляторы я покупаю здесь уже в Украине. Поэтому хотите с ценой аккумулятора, хотите без аккумулятора. Короче, я к вам буду досподобен. Дальше. Долбалась тренога. Пробуем с вами втыкнуть нашу сим-карту в телефон Motorola. Motorola V3. Надо чуть-чуть ее привести в порядок. Чуть-чуть какая-то захезанка. Ну, потому что нет задней крышки. Крышки у меня есть от двух доноров. Кстати, стекла не поцарапаны. Это радует. Смотрите, тут просто провести легкий апгрейд. Сделать ему детейлинг, модное слово. Раньше назывался, давайте его натрем, намоем. Сейчас называется, сделаем детейлинг. Ну вот поставим заднюю крышку, сделаем детейлинг. И потом выставим на продажу. Киевстар. Но, увы, русского языка нет. Нажимается. Давай, раздупляйся. Так, попробуем. Ой, дядечка какой. Так, отлично. Пробуем 477. Окей. И пробуем громкость. Привет. Громкость есть. Скидки только для вас. Нажмите 1, перейти дальше. Спасибо. Так, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас зайдем с вами в настройки. Настройки. Выберем темку. Так, это письма. Тут через одно место чуток сделано как-то. Вообще дупля не отбил темы. Если есть, сделаем мото. Она голубая. Вот она. По идее, отлично. Style. Nine. Сюды. Ага. И настройка. Больше не то. Вот так. Фон 2:40. Брайт. И вот брайт сделаем поярче. Так. Так, есть такая буква. Дальше. Бэклайт. Делаем 60 секунд. Ну, теперь смотрим. Ушел дядечка, остался красивый телефончик. Все, ребята, все работает, все отлично. Делаем косметику, вставляю сюда резинку. Нахожу заднюю крышку, снимаю с донора. И вуаля, телефон получается красавчик на продажу. Проверяю потом, как он заряжается. Все это снимаю вам на видосик. И смотрим, наслаждаемся, получаем кайф. Кайфули. Дальше. И теперь будем смотреть вот этот вот Siemens.
Состояние нового. Вот реально нового телефона, ребят. Класс. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Что самое главное, радует не китайские накладки, а дядюшки Сунь в чай. Ой, Сунь сухим. В перламутре бомба, ребят. Жалко, конечно, что вот хозяева старые не задумывались и не приклеивали для Игоря пленку. Была бы наклеена пленка, не было бы поцарапок на дисплее. Ну, с Богом. Акваланж, как это называется, боже, это уже маразм, Крафтман, это уже от усталости маразм, с помощью включиться, ху-ху, Биен Спирит, я-я, Гитлер Капут, окей, Нейн, ок, так, проверяем, 4, клавиши нажимаются. Такая редкость в этих старых телефонах. Так, а теперь он будет отдупляться. Что вот эти телефоны любят? Их надо получить, сбросить на заводские. Вот гадом буду. Я уже сколько раз себе говорил. Игорь, особенно с Siemens. Получил, зайди в меню. Так, камеру включил. Так, а как двигаться? Вверх-вниз. Просто двигайтесь вверх-вниз и все, да, ребят? Вот так. А как зайти? Вот так. Пятеркой. Нет, камера опять включилась. Так, тык-тык-тык-тык. И... А он свал. Профайл. И в профайле, по-моему, язык должен быть, да? Ребята, где язык? Ну, по-моему, в профиле. Ребят, что-то я не то нажал. Хотел сбросить на завод. Так, меню. Как вот зайти сюда, скажите мне? Так, профиль. Вот он шпрыг. Боже ты мой. Боже, спасибо, что ты смилостивился надо мной. Так, Control, окей. Language, Wallpaper, Color, Scheme, Startup, AVM, Big Letter, Illumination, Contrast. Так, Back, Profile, Select, Normal, Heavy, Quiet, Noisy. Noisy, ребята, говорили, это самый громкий. Спасибо. Дальше, если не прав, напишите в комментах. Case, Phone, Setup. Далее, call waiting, dinner fact, setting, factory setting. А зачем мне factory? Не надо мне factory. Короче, нормально, английский, английский. Пробуем 477 и позвонить. А, я хотел сбросить, чтобы он звонил. Игорь, ты балбес. А, он пошло работать все. Да, ребят, все работает. И у нас сегодня остался крайний телефон 6210. И сейчас мы его посмотрим. Так, делаем ему косметику.
И выставляем на продажу. У меня, кстати, есть Крафтман, я никому не отдам, это мой. А есть у меня оригинальный, сюда в хорошем качестве, снятые из доноров, которые залучены. Все надписи Siemens, Schmiemens, камера. И здесь хорошо, гляньте, бомбочка. Так, ну и давайте, вот он, старичок, крайничок, тройничок. Будем пробовать. Так. Так что поддержите меня лайками, подпиской на второй канал, на Яндекс.Дзен. Все они у нас в описании к видосику. Сделайте одолжение. Я думаю, вас это не затруднит, а мне будет приятно. Если, конечно, не затруднит. Ребят, если затруднит, не надо мне писать, кто ты такой, ты что, царь и бог, что нас заставляешь подписываться. Никого не заставляю, никого ничего. Есть возможность, подпишись. Нет возможности. Так. Что за крест, не знаю. Пробуем 4. Поменять дисплей надо. 4, 7, 7. И делаем громкость. Да, работает. Китаец меня вот с этими аккумуляторами кинул. 2,5 месяца шли аккумуляторы. Все кормил завтраками. Но я купил 10 штук. Мне надо было для телефонов, чтобы продавать. И, короче говоря, они не пришли ко мне. Спасибо Алиэкспрессу, что он закрыл спор в мою сторону. И китайца наказали. Магазин закрыли. 3379 за его вранье. 2001 год. Ну, мне от этого не легче, потому что у меня шло 10 аккумуляторов, и посылка тормознулась в Беларуси. Все, когда закрыли диспут, это когда вы спор открываете, кто знает по Алиэкспрессу, я захожу с этим же номером, начинаю проверять. Все, в посылке даже в Беларуси не было. Короче говоря, вот так нашего брата, что русских, что украинцев, вот эти вот китайцы дурят, а потом мне говорят, чем ты так относишься к китайцам. Я никого не дурю, не дурите, пожалуйста, меня, при том же за мои деньги. Все, ребята, кому понравилось, ставим пальчики вверх. Огромное спасибо Рихардсу, давайте его поблагодарим. Это спонсор моего канала, кто не знает, кто спрашивает, кто такой Рихардс. Рихард — это спонсор моего канала, который помогает развитию моего канала и присылает безвозмездно телефоны. Спасибо ему за это огромное. Всех с наступающим Новым годом. Вас также, Рихард, с наступающим Новым годом. Вашу семью, любви, удачи, благополучия, а самое главное — здоровья. Добра, любви. Пока.